короче, вот это теплоход. Давайте я вам все покажу. Ух ты! Ребят, вот это шок антенна, мы сейчас чуть ли кольцо не потеряли. Короче, это лодка. Это речка. Вот. Вообще тут классно. Да. Вообще там вот вообще не видно ни берега, ничего. А вот там вот, там видно берег. А вот там, вот вдалеке где-то. Вот. Вода. Я вам показываю, потому что я вам тут не делал экскурс видео. Вот. Короче, это вообще будет у нас... короче, придумаем. Вот. Там вот суша видна. Мы, короче, далеко от нее. Вот. Я обошел его полностью. Сейчас я покажу вам каюту. Да, ребят. Каюту покажу. Ой, нам не туда, нам сюда. Короче, идем вниз. У меня закрыто. А друг у меня спит. Короче, как друг придет, я вам покажу комнату нашу. Вот. Так что, да, ребят. Хорошо, ждите. Будет два ролика. Один ролик это сегодня, потом вчера и еще один ролик. Так что все нормально, все окей. До скорой встречи. Мы, короче, снова на месте. Комнатку открыли. Короче, это наша комната. С одноклассниками. Вот. Тут что? Вода, повар. Ну, короче, мы тут шиковались. Полотенце, хер знает. Это у нас спасательный жилет. Это холодильник, это батарея. Тут спит одноклассник. Даже есть вот такой вот свет, смотрите. Вообще кайф. А у меня вот нету этого света, но, кстати, я наверху, я вижу прям вот воду, я все вижу. Вот, это шкафчик. Вот шкафчик у нас тут. Мне кажется, свет надо включить. Так, вот. Вот что у нас тут происходит. Это моя обувь сменная. Но я ее сейчас положу в рюкзак обратно. То шкафчик. Дальше. Там самое интересное, я потом покажу. Ну, это туалет, ванная, как вы понимаете, да? Это я. Вот так. Да. Сейчас я вам покажу, что у меня наверху происходит. А, у меня... Ладно. Блин, как мне забраться-то? Ой. Короче, сейчас я попробую забраться нормально. Ой, тяжело. Там и, короче, вода. Там вода, водичка. Ой. Надо поближе, наверное, сесть туда. Да. Я тут буду спать еще сегодня. 4 часика лягу спать. Короче, вода у нас. Вот и там вода. Короче, на самом нижнем ярусе находимся. Вот. Это моя книжка лежит. Потолочек. Ну, потолочек такой себе. Тут самоизоляция вообще херовая. А вот. Там водичка. Кайф. Вот. Еще тут есть интересно, вот мне что вам еще показать. Покажу я вам игровую комнату. Надо слезть отсюда. Это трудно будет. Короче, сейчас слезу и вам покажу.
И, короче, я спустился вниз. Сейчас мы свет выключим. И пойдем вот сюда. Не знаю, я попаду, нет. Там игровая комната, тут кабина, ой, каюта еще. Вот что у нас происходит. Там тоже водичка, естественно. Вот, тут можно посидеть, пораздумать, не знаю, полежать, покайфовать. Вот. Ну а вообще, если честно, тут реально прикольно. Вот. Что вам еще показать? Я вам еще ресторан засниму. Тут есть ресторан, бар есть. Так что ждите. Вот. Рум-турчик проведу вам тут. Да. Это я не знаю, что за комната. Но она не открывается. Там вот аварийный выход. Вот, ребят. Вот такая хрень у нас тут происходит. Вот знаете, я хочу в нижний, что ли, на кораблике. А, хоть и боюсь, но... Вот так. Короче, увидимся завтра в следующем раунде. Всё, всем пока.